Ну, награды видно. Тут за что-то, здесь за что-то. Ты выглядишь как боец Красной Армии в самый худший момент войны. Зато мы потом победили. Да. Иисус? Плохой с тебя Иисус. Ты где-нибудь видел рыжего Иисуса? Нет. Я не видел. График. График? А я думаю, откуда слово график взялось? Оно, оказывается, слово граф. График. Собаки даже нету. На вас не реагируют. А у меня аура такая. Я не грешу. Святой человек. Почти. Поздравляю вас с великим праздником. Сегодня впервые без волонтеров. У вас скучно стало. Где волонтеры? А где Ирина-то? Что-то не видно ее. Что они, стесняться начали или что? Что-то как-то неинтересно, блин. Видишь, как видеокамера дисциплинирует. Чем больше видео снимают, тем меньше волонтеров. Закономерность. Где журналисты? А как вы их от мочи, от фекалиев отмоете? Женя, держись. Хороший Евгений. Не то, что там, да. Ну, ребята, ну я же журналист, вы чё? Это чё, коронакризис, да, вакцина? Угу. Мне это напоминает этот эпоксидный клей двухкомпонентный. В смысле, как есть, так и говорю, что наговорю. Здорово, 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 здорово. Здорово, здорово, здорово. Холодно, не хочешь выходить? Я тебя гладил уже. Да ё-моё. Всё, налаялся? Всё, будь здоров. Будь здоров. Давай, давай, выползай, выползай. Во, подъюбочник. Подъюбочник. Вали, вали. У вас нет случайно собаки, которая умеет на компьютере работать и видео монтировать? Рук не хватает, может, лапы помогут. Ты беременный? Нет. Ты пенсионер? Я? Нет. Хотелось, да? Никакого спортзала не надо, да, Макс? Ну, что ты на меня так зло смотришь? Как будто это я все делал. А, это тот самый, да, который кроссовки любит за 40 тысяч. Пропустили драки, кровь. Да? Да, поножовщина. Я жить хочу! Вот сейчас кровь будет, внимательно. Это называется «Приходите в приют». Добро пожаловать. Молодцы. И забор, да, вон там поставили. Ага. Так собаки же могут разгрызть все нахрен. Вот! Ого! Это дом. Это будущее. Будущее из будущего. Это вот для такого маленького. Ты куда полез? Ты же человек. Вылазь. Громче говори. Нам нужна ваша помощь. Вот. А то же не услышат. Наши пиццы закончились. Приходится полукостюм полуфигуранта одеть. Полу кого? Полукостюм полуфигуранта. Тут тулуп, чтобы собаки не кусали. А, защита? Ну, не всем же приятно, когда кусают. Броня? Но слабенькая, хиленькая. Так а чё, где волонтеры всякие? А? Чё, у вас скучно стало? Где волонтеры? Где журналисты? Вот журналист. Нет, я настоящий журналист. Ты не журналист? А то какие-то это псевдожурналисты. Где они все? А, нет, ты чё? Как не упокоил? Говорил, ну я же, ребята, ну я же журналист, ну вы чё? Ты понимаешь, я ж прям верю. Это чё, коронакризис, да, вакцина? Он в Дании. Ты удержишь его один? Сейчас. Скажи, главное, чтобы он нас на этот момент не рвал. Да? Даня! Ну давайте пойдемте туда, к молочку, пока Ваня тут идет и не вдвоем не упадет. Ладно, ну, давай. Давайте на пол ложиться. Боже его, нет. Боже его, нафиг, это не больно. Ну и чё? Не хочу. А, с тобой сейчас. Давай. Сейчас мы повесимся, да? Вали, вали! Прекращай. Волчок у нас там. Даня! Я прошу вас, отбейте! Пойдем, пойдем,
Я как Иисус. Иисус? Плохой с тебя Иисус. Ты где-нибудь видел рыжего Иисуса? Нет. Я не видел. Здорово. Здорово. Мы не к тебе, мы дальше идем. Ну, кстати, да, на морозе может это. Потому что уже было такое. Что, я два... не понял даже? Два раза показывают. Ну нету ничего. Ну ладно, значит, давайте маркируем. Значит, бешенство только. В смысле, уже нет? Нет. Не понял, это что было? А? А что это было? Что это было? Это прививка тебе. Как зовут? Это волчок. Че? Че говоришь? О. А ты чей вообще? Давай я тебя поставлю по камеру. Тихо, Ваня. Она точно чипирована. Так, может, прибор у вас? Вот сегодня не судьбами, да? Ну, я говорю, тогда тоже. Да, приезжали? Да, тоже. Слушай, только одну собаку пробил и все. Эй. Ой, о, я крупная. Это Аглая. Тише. А это что без этого? Сорвался, что ли, или что? А вот, с ошейником. Макс, ау. А вот этот сорвался, что ли, или что? Нет, это Юта. А? Она у нас в виде местного пастуха. А? Если собаки отцепляются, она их на место загоняет. Да? Да. Часы. Вот реально по камерам сколько смотрим, вот карабины ломают некоторые. Все, круголя наяривают всю собаку на место в будку. Охранник. Если, не дай бог, зайду где-то там в будку. То же самое. Выгоняют. Саня. Ну, что-то миске не понравилось это. Ой, не понял. Сейчас я... Потанцуем! Сейчас, секунду. Санёк. Всё. Давайте поговорим. Надо обниматься будем. Сань. Куда? Сань. Айда. Всё. Давай, Вальс. Все. Ладно, заслужил, да. Все, высоко сижу, далеко гляжу. Не хочешь так, Кость? Что такое? Что случилось? Ой. Сейчас тебе прививочку поставят, да? Ты знаешь, что не любишь, да? Ну, что там? А метку, что вакцину, да, поставим? Ну да, чтобы не перепутать их потом. А-а-а. Чтобы передозировку не получить. У вас нет случайно собаки, которая умеет на компьютере работать и видео монтировать?
Умеет. Да? Есть такие? Да, Томас, черная немецкая овчарка. Без компьютера останутся. Ни проводов, ничего не будет. А, ну у нас несколько таких. А, ну да. Они не работают, они могут компьютер уработать. Да, они урабатывают. Это, знаешь, как картинка такая, сидит Стаффорд и кредитные карточки погрызнул. Он говорит, мама, мама, я слышу, что у тебя проблемы с банком. У тебя проблемы с видеомонтажом, они решат эту проблему. Рук не хватает, может, лапы помогут. Да? Нечего монтажировать, нет проблем. Все. Опять запутался. Че, это надолго вообще? Ну, вообще, да, темна. А где волонтеры, где же журналисты? Якобы журналисты. В будний день. Да. В будний день? Ну, что, сначала в понедельник, что-то до этого было, по-моему, в четверг, да? Потом в понедельник, потом в четверг опять сейчас, в среду. Ага. А когда последний раз эти, в кавычках, волонтеры были? Ну, вот как они у тебя на видео запечатлены. И все? Ну, кто-то регулярно приходил раньше. А где Ирина-то? Что-то не видно ее. Что они, стесняться начали или что? Наверное. Что-то как-то неинтересно, блин. Как это? Да, зато такой процесс хороший. Я же прививки собакам делаю, всего собаки болеть не будет. Ну да. Что, у вас скоро потоп, да, будет? Ага. Уже готовимся. Я уже там траншею прокопал маленько за кухней. Там, да? Да, сейчас вот... Сегодня-завтра привьем собак. Экстренно надо крышу чистить, потому что уже скоро стропилы поломаются там. Снег тяжелый. А, ну да. Хотя вроде снега немного, но так как стропилы трехметровые. Не-не, есть там, вон видно. Но здесь-то нету, ветер, наверное, да, сдувает, да, а там. А там, ну, до свидания. И будем плавать. Надо резину в лодку. Нифига, он кость какую нашел. Это Вова. Вот, Ваня приехал. Че? Мужской инстинкт. А че, ветеринары за очередной дозой пошли, что ли? Да. О, смотри, они начали одеваться. Как положено. Видишь, как видеокамера дисциплинирует. Халат, что ли? Они же в халатах должны быть. В перчатках, в масках. По идее. Ну как нет? Все же сняли уже это. Кого? Режим обязательно самоизоляции для пенсионеров и беременных здесь в игре. Ты беременный? Нет. Пенсионер? Пенсионеры и беременные. Ты пенсионер? Я. Нет. Хотелось, да? Не доживем мы до пенсии. Когда? Не хочет. Вы лучше держать собак, чем... Там, на входе, болото. Вы что? Вы что мучаете собачатину?
Никакого спортзала не надо, да, все, Макс? Все, мой хороший, все. Что, в вагон поднимаешь? А что я? Я ничего, я так, журналист. Я ни при чем. Ну что ты на меня так зло смотришь? Как будто это я все делал. Слушай, ну позвони Ирине, пускай приедет, ё-моё, хоть кто-то. Где все скандалисты? А? Работают? На работе работают. В желтой прессе работаете. Вам надо будет драки, кровь. Мы желтый? Да. Не, мы в честной. Честной. Честная пресса, свободная, вольная. Как есть, так и показываем. Я почему сюда приехал? Потому что постоянно какие-то волонтеры приезжают, в кавычках. Они что-то нас нынче игнорят вообще. Да. Сотни не были. Ага. Да, давно уже не было. Ну, такой морозы были. Да, да, да. Чем больше видео снимаете, тем меньше волонтеров. Закономерность. Ну, вообще к вам никто ходить не будет. Почему? Ну, к нам Лена, Оксана. Простые люди ходят, которые не скандалят. Что, дайте. Скажите, кто же? Женя. Сергей. Женя. Женю, держи. Женя, держись. Тихо. Кстати, Неупокоева Евгений зовут. Да. Держите. Сейчас, секунду. Но это не в честь него. Да? Это не в честь. Ну. Все, пошла за вакциной делать. Все? Все нормально. Женя, как тебе живется? А? Евгений. Он же Женя, он же Евгений. И еще много других имен. Хороший Евгений. Не то, что там, да? Ну, ребята, ну я же журналист, вы че? Это тоже молодец, ты директор, что на стоянке. Говорит, не, ну он бы вам сказал, говорит, что он, говорит, это, говорит, по моям без прав. Говорит, так я, говорит, поддался, может. Так он вот, этот кикбоксер или как он там? Не, что-то ММАщик, что ли, что-то такое. Или... А, тайский бокс? Тайский бокс, что-то такое. Майтай, во! По-моему. Муатай? Да. Я, говорит, занимаюсь, ушу, руками, ногами машу. А что, девчонки куда ушли? За вакцинами. А. Так по идее, чемодан какой-то взять с собой, нет? Нет у вас? А их нельзя морозить. А? А, так надо было это, да, холодильник пусть, взять. Пусть будет так вот. А их же сколько там? 30 минут их можно, да, смешанными держать? Ну да, там потихоньку смешивают. Там спецхранилище, да, какое-то в машине? Там два, не, почему? Там два компонента, они смешиваются, их можно 30 минут только хранить. Там в машине разводят их. А-а-а. И при определенной температуре. Ясно. По мере заканчивания. Двухкомпонентные получается? Да. Как от это, как от коронакризиса. Жидкость. Да, да. На коронакризис-то тоже двухкомпонентно. Не знаю. Все. Я не а некоторые даже три компонента. Офигеть. Мне это напоминает этот эпоксидный клей двухкомпонентный. Смешал, загустело. Наговариваете тут. Да, в смысле? Как есть, так и говорю, что наговорю. Это тебе помощник, да, приехал? А, это он глухонемой, да? Как его зовут? Иван. Иван? Иван? Привет. Да? Ну, началось. Нельзя ходить, вот эта злая. И та тоже. И вон та тоже черная. Улики, улики. Игрушки. Игрушки. Улики.
Жуля. Ой! Ты чё? Здорово! Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Поздравляю вас с великим праздником. Сегодня впервые без волонтеров. Понятно. В кавычках. Ну, они вам последнее время не особо мешали. Ну, все благодаря чему? Помогали даже тут нам. Проводили мероприятия. Сегодня идет вакцинация. Это радует. Да. Как только новый человек приходит, они все начинают лаять. Проходит 10 минут, они все успокаиваются. А это кто такой? Главный санитарный врач Сургута. Саламатин Александр. Максим. Ну, тихо. Да что ж ты такое-то, а? Ну все, мой хороший, все. Че такая радостная? Да. А? Вообще не радостно. А какая же ты радостная тогда? Работает этот праздник. Да? Да. Делся тепло, все равно мерзло. Я с ними сравнилась уже все. Отдай. Что, держите, что я сдал. Юрик, не очень любит мужиков. А, это тот самый, да? Который кроссовки любит за 40 тысяч. Да, это он. Поэтому я его и держал, что он меня слушает. Он ведь дешевый, он даже не ходит. Не, он у соседа это джинсу оторвал. Так, Юрик, ну это не дешевый, он меня не смотрит. Но... Он так-то он как бы не кусучий, но конкретно показывает, я тут есть, а ты меня остерегайся. Александр Сергеевич панику навел. Дай кроссовки дай. Он не любит людей. Короче, 125. Что, в вагоне пошли? Нет. Там шоком сидят. Да. Еще Батыр, Альфа. Там 5. Пропустили драки, кровь. Да? Да, поножовщина. Его побили. Пришлось Батыра с Альфой выпустить, чтобы порядок навели. Че было-то? Где же вы были-то?
Страш такой был. А коты, коты и здесь? Да. А пройти, пройти, посмотреть можно будет потом? Там же... Да. Что было? Видел, вон остатки. Так, волонтера? Да. Добро пожаловать. Это надо повесить на это, на забор. А что с воротами-то случилось? Ветром сдуло? Да. Шутки шутками, серьезно, да. Да я так и понял. Их распахнуло и просто ферму-то трубу порвало. Ферму-то так и не сделали сверху? Ну. Не, она бы не спасла. Вот створки сами это распахнуло. Парусность, я сейчас буду из такой сетки делать там. Ага. Закроешь? Потому что парусность ужасная. Да, они 3 на 3, ну 3 на 2,5, на 2,70. Одна створка, две. Что произошло-то? Да. Так мы тоже не пили. Макс, а? Что произошло? Рассказывай, что произошло. Ой, я, страшные дела тут творятся, вообще не могу. Что, Ангелина это решила построить все? Да? Да шутим, шутим. Да, да я понимаю, что все шутят. Я не знаю. Я жить хочу! Вот сейчас кровь будет, внимательно. Я за это... Даня, ну все, 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 тише, тише. Я хороший, Даня, хороший. Даня. Я не застрахован, если что. Даня. Хороший мальчик, хороший. Даня, тише, тише. Тихо, 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 тихо. Ай, хороший. Мне-то хорошо издалека говорить. Стою. Молодец. А мне еще лучше, я дальше стою. Это что у вас, баскетболист, да? Да. Да, сейчас куда? Что у нас? Не, он тут загонял баскетболиста просто. А? А, сразу видно, баскетболисты к вам приходили, да? Знаешь же картинку, мужик бежит за ними, дверь. Мужик и стоит сейчас, пошел, да я особо ничего не знаю. Вот он так же. Слышь, мужик, давай баскетбол зарубишь. Да я как-то не умею. И текать. Я у ветеринара спрашиваю, зашел, ну, газель. Говорю, а можно, говорю, тут это, ну, представился, говорю, я же журналист, МИ Камчатский регион, ну, показал удостоверение, они говорят, ну, я говорю, можно я вас тут поснимаю? Они говорят, да мы вас знаем. Я говорю, да? А с какой стороны? С хорошей? С хорошей стороны можно знать? Я говорю, или со всех? Со всех. А что, у тебя есть хорошая сторона? Там не кончатся. Конечно. Да? У всех есть. Сколько мне там наговорили, так что-то как-то, блин. Так в том-то и дело, что наговорили. Ну, правильно сказал? Ну, короче, мне там не разрешили снимать. Служебное помещение. Хотя я имею полное право, я мог бы заснять, но... Пошел навстречу. Вот еще вот остатки. Это называется «Приходите в приют». Добро пожаловать. Был пацан и нет пацана. Oh, my God.
нос посмотришь, синим немножко намазан. Я ж не пьющий как бы. Ты что там, Антон, тут одет так? Да я каждый раз все теплее и теплее одеваюсь, а все равно мерзну. У меня есть унты, я хотел унты надеть. Ты что-то... знал, что ты к нам едешь? Я думал, минус 6 нормально. Активные какие собаки. Ну да. По следам. Некогда. Вон, видишь, через будку прыгает. Тихо вы уже. Тихо. Ты мою Альфу не видел? Кого? Альфу. Альфу? Альфа-самку? Или Альфа-самку? Лалабайку мою еще. Лалабайку? Какую? Алабайку. Нет. Чего? Подожди. Все, да. Я вам нужен еще? Нет? Ну, вроде никаких происшествий, все нормально. Когда кино ждать? А? Когда кино ждать? Ну, сегодня-завтра. Ну, может, когда-нибудь ставить просто краткий обзор. Нам еще целый тот ряд. Ну, да. Смотрите, закон подлости, вот уйдете. Да? Да, там разборки начнутся. Сереж, ну кого ты начинаешь? Да ладно, топор где-то там лежит. Вот топор тоже вот тут заготовленный. Я и лопаты видел. Сразу. Так вот еще. Попутно, если что, вдруг... Не, ну это реально великий день. Сколько раз я сюда приезжал, впервые волонтеров нету. Ну, Ваня, подержи. Они же до чего обнаглели? Они вот там, на этой бочке, ставили видеокамеру свою. Зашли к соседям, поставили видеокамеру, чтобы снимать. Типа тут какие-то издевательства есть. Вон на той бочке ставили. Интересно. Но... Упросили, уговорили же их. Это называется самовольное, как это, следственное мероприятие. Взяли на себя полномочия следственных органов. И в опеку на них подавали. Пытались детей в них отнять. За что? У того-то, который на ферме, что, нормально? Мужика, ну, как? У сына отобрали. Все так же. Все прессуют. Да. Но зато гулянки прекратились. Что, топорами не кидают в коробку? Больше нет. Да кому надо оружием обзавестись гладкоствольным? Ну все.
Есть травматический патрон на гладкоствольный, на 12 калибр, на 20, на любой калибр. На резиновый. Вот такие вот шарики. Нет. Вот, вот оружие самое лучшее. Видеокамера. А двухстволки — это не педагогично. Да. От такой двухстволки заехать можно. Да как это? Кольт уронил всех, да? Ну, напротив себя развернуться и все. Как им выгодно. А от этой штуки, ну, конечно, тоже можно заехать. Можно развернуть тоже. Ну да. Чихнул не так, все, заехал. Да? Видео не смотрели, Сургутнадзор? Канал на Ютубе. 16 видео я сейчас заснял про этот проект. И на административную комиссию с ними ходил, и штрафы там отбивали, и полицейских сюда вызывали несколько раз. И тут целый человек 40 приезжал, этих скандалистов, устраивают скандалы, все, не дают работать ветеринару. Я тут недавно с одним человеком разговаривал, он, по-моему, ядросовец, что-то с молодежью Сургутска связан. Ну, ты его знаешь лично, и он тебя знает. А вот он такой, ну, говорит, что-то мы за тебя заговорили, я говорю, то, что там ты тут снимал видео. Он, ну, знаете, я, говорю, как бы, Антон Булгаков, говорит, такая личность, я говорю, знаешь, говорю, я говорю, мне плевать, говорю, какая он личность, говорю, я говорю, может, тоже, говорю, с ним, говорю, со многом, говорю, не согласен, говорю, это, говорю, единственный человек, говорю, единственный, который стал, говорю, на нашу защиту. Когда, говорю, действительно, говорю, были атаки, говорю, когда, говорю, 2-3 раза в неделю, говорю, приезжали сотрудники полиции, говорю, и человек 40, говорю, стояли, говорю, ломились ко мне, говорю, ворота, говорю, мы, говорю, были вдвоем с супругой. Я говорю, у меня был вариант, говорю, либо вы стоять, говорю, молча, говорю, это все, говорю, вот так, говорю, смотреть на это все. Я говорю, либо схватиться, говорю, за оружие, говорю. Схватился бы за оружие, говорю, ты бы со мной бы не разговаривал бы сейчас. Потому что я был бы уже за решеткой, как моей собаки. Я говорю, ну, переждали, говорю, время, говорю, сейчас, говорю, хвала Всевышнему, потише, поспокойнее. Наконец-то успокоились. Это временно. Сейчас подожди, забывать начнут. Они сегодня только один раз выли. Не пели еще сегодня? Смотрите, а. Давайте дело сделаем и все. Тут же столько вообще. Тут получается вот... Они создали официальную некоммерческую организацию. Приют «Берегиня». Открыли счет расчетный, разместили в интернете, собирали на него денежку. Пришли какие-то волонтеры, начали им помогать. Потом смотрят, о, так это ж классно, можно ж это. Ну, как бы народ видит, что собаки страдают, отправляет им денежку. Они взяли, начали тут это, как бы, интриги создавать, что типа... Хозяева плохо относятся к собакам, мучают их, не кормят. Понятно. А сами открыли параллельно группу ВКонтакте, разместили свои реквизиты и начали собирать, использовали фотоматериалы вот этого приюта. А денежку собирали на свои счета. Нормально? Да. Да мне по 50 звонков звонят, у меня уже голова пухнет, со всего мира звонят и это, консультируются, я уже не помню никого. Надо, короче, свою тоже берегиню открыть, берегиня плюс. И все, не докопаешься. Да, и бабки собирать. Я сейчас предложил Ангелине, говорю, давай бы вернейшее сердце, говорю, откроем. Вернейшее? Да, или... Пусть Оксанка приходит сама заниматься. Ты ее смотришь? Все, ничего не знаю. Тише ты! Тише, что меня собак поймать. Маленькую. Все поместились. Thank you.
С усами какой-то, да? Смотри, с усами. Здорово, 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 здорово. Подожди, да, я мимо пройду. Что, все, закончили? Опять? Да что такое? Так что, вы все, закончили? Закончили, да? Нет еще? А где они все? Я что-то их не вижу. А я думал, закончили уже. Нет, тут на два дня работают. Еще завтра, что ли? Еще завтра? Скорее всего, потому что это, собак много. Эти, побольше было бы, кто держал, а то что тут, один человек не справится. Ну да. Ну, Макс и еду готовит. Два казана по 200 литров. А нам что-нибудь перепадет, а то мы это голодные. Да не, я взял с собой бутерброды. Пойдем, подожди. Я еще ничего не делаю, это что? Сапог мне нравится. Сапог? Ну да. Что-то в нем есть символическое. Да, да, особенно на фоне солнца. О, вы новые вольеры стали, начали строить, да? Ага. Вот две секции уже практически сделали. Молодцы. И забор, да, вон там поставили. Ага. Сейчас доработаем. Дверки уже поставим, петли будем делать. Супер, так, пойду за... Тут одна организация нам очень сильно помогает. Которая? Не буду говорить. Добро. Они нам... Мы им предоставляем стройматериал, они нам готовы будки. А-а-а. Будки из доски. Работу вот делают за вас, да? Да. Все на безвозмездной основе. Но материал, зараза, стоит недешево. Я, получается, на днях закупили ему материал. Шло 20 тысяч. На 10 будок. Но это, по сути, по себестоимости это недорого. А подскажи, Макс, вот по поводу сообщения о совершенном преступлении в отношении неустановленных лиц, в кавычках, которые с это, ну, мошенничество, по статье мошенничества, что-то есть какой-то результат? До Нового года, точно помню, еще в легкой куртке ходил, меня вызывали в ОБЭП. Ага. Ничего. А этот отказ? Через налоговую, там при мне инспектор звонил налоговую, там проверял что-то. Вообще никакого ответа не пришло до сих пор. Ни отказа, ни... Ничего вообще. Ни постановления, ничего, да? Так обжалуйте. УПК 124. Вот будем сейчас. Сейчас вот все закончится. Ознакомиться с материалами проверки? Что это такое? Тут приходят регулярно ответы от Шкуратовой, нашей любимой. Это Ксении, кто? Как Васильевна, по-моему, это участковая. А, да-да-да. Я помню, платьишко эти. Да-да-да. Миленькая девочка такая, которая не раз сюда приезжала. Угу. Вот. От нее приходит только отказной материал, исключительно только отказной. Угу. Но... В объяснениях опрошенных там есть такие моменты, по которым можно и ее привлечь, и этих опрошенных. То есть опрошенные сами говорят, я ходила там в приют такой-то, такой-то период времени, ухаживала за щенками, потом щенки уехали в семью. Документ на то, что ты щенков куда-то отправила, нету. И она же сознается, что да, я ухаживала, и да, я потом щенков отправила.
Не, ну это по хищению с это, собака. Я имею в виду именно про мошенничество. Ничего, до сих пор ничего. Тишина, спокойствие. До сих пор туда поступают деньги регулярно. Они насобирали денег на будки. Будки не построили. Ну там одну будку они специально, Ольга с Русланой, я так понимаю, у кого-то там на даче собрали одну будку. Ну и все. А эти видеокамеры перестали ставить у соседей? Вон там же? Вот там, получается, вот на этой бочке камера была. Камера была, да? Да. И что, все, перестали ставить? Пока не знаю. Может, еще где-то стоит, да? Возможно. Я не удивлюсь, если честно, что где-то стоит какая-то камера. У тебя минута есть подойти, говорит, к вольерам? Новые сварные вольеры. Из металла. Ага. То есть вы сразу эти палеты, да, сделали, как здесь рекомендовали? Щиты сколоченные, да. Тут несколько поддонов. Сколоченные, получается, щиты. Цельный, это, единый. На всю длину вольеров. Поднят он над землей. Вот здесь вот получается по высшей точке 20 сантиметров, ну, сейчас снег, а там больше 40 сантиметров. Угу. Потому что там уклон идет. Угу. Вот там и траншейки протопал, туда будет вода уходить. Угу. Потому что уже ожидается, что, скорее всего, паводок будет. Скоро потоп будет, да? Да, ну не как в прошлом году. В прошлом году намного больше снега было. Прям получается. Я вот тут траншейку копал, чтобы вода уходила, мне по грудь снега было. А здесь, ну, даже по пояс нету в этом году. В этом году мало снега достаточно таки. То есть, по сравнению с прошлым годом, это прям... И вы, получается, вот эту линию продолжите, нет, да, туда? Нет, это будет, получается, вот эти два вольера. Ага. А вот это песок. Нам с траншеи накопали сюда его. Зачем? Вот, чистили траншею. Ага. Вот, но песок хороший. Песок пойдет в дело, песок будет отсыпаться вот тот участок, вот, где сейчас будки стоят. Угу. Будет, потому что песок действительно хороший, там без грязи, без... А отсыпаться для чего? Еще будете линию ставить? В планах, что да, скорее всего, будет там линия или, ну, что-то хорошее придумаем. Здесь получается вот от вольера до края кухни. Вот тут будет мастерская. От вольера до кухни, ну, будет вот, мастерская? Линия? Нет, вот. А тут вагон. Да. Вот уже раму начал туда ставить. Вот, примерно. Да, вот. Вот до сюда. Ага. Вот. Это будет мастерская. Мастерская? Для чего? Чтобы сделать будки. Ага. Какой-то нет-нет ремонт. Вообще, как бы, хотелось тут гараж сделать. Гараж? Да. Чтобы не вот там моя стояла разобранная, а тут в теплом гараже, со светом, чтобы тепло, все нормально и пол, чтобы разобрал ее, починил, собрал, поехал дальше. Вот здесь вот будет, получается. Че, тебе кто-то помогает, нет? Ребята помогают, тут Ваня с другом помогают, я их варить научил. Ваня с другом, они глухонемые, да? Да. Ага. У нас сейчас здесь получается как? Вот Ваня с Анатолием, с Толиком, они варят вот эти вот, сейчас два вольера закончат. Они маленечко неправильно начали тут делать, я им потом покажу, как переделать это все. Также вот они сейчас вот вольеры закончат, занимаются уборкой вольеров, вот старых, вывозят мусор. И две девочки у нас тоже в ограниченной возможности, глухонемые, они кормят собак. То есть мы ребятам предоставили пока что, так сказать, рабочие места. А что там с опекой? Заглохло все? Да. Тишина? Волонтеры вообще когда последний раз приходили? Когда вот я за это приезжал? Куда? Нет, конечно, нам будут еще приезжать. Вот эти? А что это за символ? А это верное сердце. Верное сердце? Да. То есть они маркируют свои будки? А это не их будки. А чьи? Это «Дай лапу». Им находится в начале линии. Им передали будки, которые делали в свое время школа детей с ограниченной возможностью, которая находится на Черном мысу. Ага. Они для «Дай лапу» делали вот эти будки. Потом «Дай лапу» передали верному сердцу. Верное сердце якобы их утеплили. Там
у нас в группе ВКонтакте есть. Ну тут. Ну тут не видно в этой будке. Ну может быть она и нормальная. Ну да, доска-то хорошая. Вот там вот будки стоят. Вначале. Там вот такие щели. То есть между стеной и полом там прям рука пролазит. Утепленные будки. Они, вот эти вот будки, нам дали во временное пользование. Во временное пользование? Да. А как возвратом. Так? В аренду, что ли? Ну, типа того. Вы за них что-то платите? Нет, мы за них не платим, мы просто им должны будем вернуть их в надлежащем виде. А как вы их от мочи, от фекалиев отмоете? Нет, это, говорит, ну это, говорит, еще ладно, говорит, это как бы ничего страшного. Вот я с Ольгой разговаривал, когда они нам привезли. Говорит, ну чтобы, говорит, стены, говорит, пол, говорит, хотя бы были на месте. Я говорю, Оля, я говорю, ты сама лично, говорю, делала здесь будки, с мужем приезжала. Так собаки же могут разгрызть все нахрен. Вот! Когда я им предложил, говорю, давайте как-то, говорю, переделать этот договор, они да-да-да-да-да-да-да, ну и все, и тишина, и больше эти люди не звонят. Ну а в итоге договор заключили, нет? Нет. Ну договор есть на временное пользование, но мы так подумали, как бы, плевать я хотел на это все. Вы оставили вон собакам будки, сейчас таять начнет, будем собак местами пересаживать, ну, глядишь, будки, может, послужат как будки. Вот это сломается сразу. Собака сюда запрыгает, просто отломает. Классно. Несмотря даже на то, что шурупы. А почему шурупы с этой стороны закрутили, а не с той? Ну, чтобы они здесь торчали. Видишь? Вот они. Собаки пораниться могли. А потом они могли прийти, типа, как под видом общественных инспекторов, сказать, что у нас собаки травмированные. Да. И тут собаку вот эту палку отломает, он уже гуляет и просто цепью запутается, и все. Линолеум. Линолеум? Да, они многие будки утепляли линолеумом. Разве линолеум утепляет? Вот если бы у меня была страховка, я бы сейчас встал бы и показал, что произойдет. Но, к сожалению, закончилась не надо. Страховка. Не надо. И ломать свои кости я пока не хочу. Вот как застрахуюсь, так, может быть, потом покажу. Что, ну, линолеум и снег, да? Помним, да, все, как мы с горки катались? Куча мала. Даже собака может травмироваться. Легко. Вот, подарили нам вот. Ну, это... Ого! Это дом. Это будущее. Вот, пожалуйста. Будущее из будущего. Я там спокойно, мы с тобой можем спокойно для кого? Там сидеть. Это вот для такого маленького. Нет, это для батыра будка. Анна сейчас просто гуляет. Мы с тобой вдвоем там можем сидеть, пить чай, и причем нам не помешает 10 разных видов пирогов нормальных и пару тортиков. То есть мы там вполне поместимся и будем сидеть. И сидеть даже можно будет на детских стульчиках. И мы так хорошо будем головами доставать. При условии, что у меня рост 1,78 м. То есть я как бы спокойно. Ты не спустишь мне? Да ты куда полез? Где ну там? Вот я лежу, вот я ногами уперся, вот я лежу. Всем привет. Да. Хлебушка возьми. Да, можно уже пир устроить. Иди, зайди. Иди, заходи, тебя кушать зовут. Вот я сел на пятую точку и рукой еле дотягиваю до крыши. Вот. То есть мне приходится вытягиваться. Вот такой вот хороший домик. Вылазь ты, же человек, вылазь. Вот, и доска здесь, 50-ка. Не, хорошая такая будка, мне нравится. А, непонерка. А, и доставили ее фискарем, ее вручную не поднять. А, ну да. Не, ну такие доски, конечно, поднять. И то он сгрызает, да? А это мне... Отцепи. Да, это чудо, скорее всего. Тихо ты, тихо. Тихо. Вот тут собака, даже если запрыгнет, не поскользнется. Вот. Это даже не рубероид, это техниколь, что ли, он тут
мелким, да, не скользко. Иди, 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 иди. Здравствуй, здравствуй. Ты тут в угле, да, никто не приходит. Здорово, здорово, здорово. Че, как дела? Все, собаки закончились. Да? Собаки закончились? А что с машиной? Что-то у него там со ступицей. Может, у него тупица? Не знаю. Ступица тупит. Одна сука и граф. Бадди, а вы это можете мне не дать? А чё они там вдвоём такие задряли? А ты говорила, влезут они вдвоём туда? Туда ещё четвёртый влезут. Там их трое, вы чё? Ну? Их трое там. Давай пьючку сделаем. Не хочешь? Он кивнул. Не-не. Что-то вроде надо. А, он в смысле кивнул. Ага, сейчас. И ушел назад. Глаза морнул. Я пошел. Всем пока. Граф, иди сюда. Иди сюда. Их реально там трое. Это нормально. Там в 44-м Валерий тоже нас трое в одной будке. Не так теплее, наверное, не знаю. Ну, иди сюда. Три поросенка. Граф. Пошли, пойдем. Все, спрятал. Пойдем, не пойдет. Пойдем, пойдем. Это гад еще тот. Может, надо было с едой прийти? Они на еду смотрели. Как сардельки. Может, они не камеры стесняются? Нет. Пойдем. Граф, дойди, не бойся. Думаешь, мы же не фотогеничные там. Ну. Не причесались. Грась, грась, иди сюда, зай, иди, зайка, зайка, иди сюда. График, график, ты иди сюда. График? А я думаю, откуда слово график взялось? Оно, оказывается, слово граф. Иди сюда. График. Графуша. Айда, пойдем. График. Графище. Графище, айда сюда. Айда. Граф, иди ко мне. Граф. Че, Макс, велик соблазн, да? Как вам бирки вышли? Нормально? Красивая, да? А тебе бирка не мешает жить? Ну вот. Я его спрашиваю, тебе бирка не мешает жить? Он взял будку и убежал. Мешает, значит. Ему показалось, что нормально живет. Что, вышли? Так вот же они все вышли. О? Ага. Да нет, вообще какие-то неразговорчивые.
Здорово. Здорово. Вот они все. Вот они все. Ловите. Все, заходите. Аккуратно. Граф, я тебя тоже очень люблю. Петра. Прям когда говорите, сука, я прям вспоминаю, как я в будущем буду это вырезать все. Ну, YouTube-то... Не, YouTube-то не знает, что это не матершинное слово. Аж рука вздрагивает, да? Ну, это кажется, что взял, достал палку, включил телефон и заснял. А самое главное, это при монтаже делается. Это надо очень много времени потратить. Накидают потом. А? Все, дизлайков накидают. Не, дело не в дизлайках. YouTube может посчитать, что содержатся какие-то маты, оскорбления. Трехкомнатная будка. Собаки даже нету, у вас не реагируют. А у меня аура такая. Я не грешу. Святой человек. Почти. Все. Что, все? Закончились. Здорово! Ты в прошлый раз, да, кусался? Выйдешь, нет? Ну и да, поглажу. Что такое? Холодно? Не хочешь выходить? А, только проснулся. Да? Не пойдешь? А? Товарищ? Не хочет. Я ж тебя гладил уже, что ты лаешь? Я тебя гладил уже. Да ё-моё. Все, налаялся? Все, не ругайся. На всех времени не хватает. Вот видишь, ради тебя выбрался сюда. Ну, а ты лаешь. Все, будь здоров. Перестал лаять. О, а ты что скучаешь? А что, в будке не лежишь? На воздухе лучше спится? Да? Нет? А что в будку не идешь? А? Нас ждешь, пока подойдем? Будь здоров. Ну, что, проснулся? Не думаешь выходить? Нет еще, спишь? Ну, доброе утро тогда. Айда, прогуляешься. Выходи. Давай, выползай. Во, ну. Доброе утро.
Че ты в прошлый раз кусался? Че кусался, а? Дай лап, дай лап. Лапу дай. Че, не все уже? До свидания. Что, диких осталось? А? Что, диких надо привить? Диких? Это какие? Ну, которые в руки не даются. Кусаются. Ну, их много? 20 штук почти. Ого. Остальных всех, да, привили? Угу. Ну, волонтеров надо позвать. Пусть держат. Каких, диких? Угу. А есть такие? Есть. Как волонтеры, такие же. Да? Эти кусаются, эти? Те тоже кусаются? Ночью. Да? Как называется? А что тебе подарили такое? Это вакцины там у нас. Упакованные. Вкусняшка. Главное, чтобы холодильник. А? Главное, чтобы холодильник. Охлажденные должны быть. Че, где Макс-то? На кухне. Наверное, что творит? Что творит? Ты кто там пулемет включил? Ты че? Ты че? Я ж тебя погладил. Домой? Вы сегодня убирать будете? Пятницу? Ты что там? Воняет. Ты убирайте. Почему? Сегодня. Ту сторону уберите. Эту мы уберем сами. Сегодня. Ту сторону. Заднюю только. И все. Ту сторону уберите. Пятницу. Пока. Давай, благодарствуй. Устали. Держать тяжело. Ну да, что, на ногах постоянно. Сколько он собак держал? Ну, половину точно. Ну, и половина Макс? Половина Макс и половина он. Ну вот. Кушать хочешь? Я тоже хочу. Он всегда хочет. У него не бывает, чтобы он не хотел кушать. Да? Сколько, скажи мне, не дай, я все скушаю. Можно тебя погладить? Можно. Сам под руку подлез. Угу. Он когда мы его со слова выводили, он... Слушай, а подруга не от слова подруга? Под рукой? Не знаю. Вот он под руку залез. Он, знаешь, ко мне под юбку залез, когда мы с Отлова его выводили. Ой, ну ты такие страсти не рассказывай. Он убежал от отловщиков, и мне прям... Вот я сидела, документы подписывала, он, короче, прям спрятался подо мной. Да? Прибежал и спрятался, да. Видишь, под руку ты говоришь. Вот скажи, такой, да, пряталка? Подъюбочник. Подъюбочник. Хорошая собака, хорошая. Ну, видишь, у него шрам где-то он себе заработал, видать, какой-то своей прошлой жизни. Mm-hmm. Ухи вон все подраны, да, скажи? Mm-hmm. Ну, весь несчастный такой, несчастный собак. Боевой пес, видно mm-hmm. сразу. Ну, такой-то шрам, чтобы шерсть у него бросала, надо уметь. Mm-hmm. Так обычно он вульф, он же весь покошенный был. Весь шерсть такой оброс. А у него прям такой шрам. А что с домиком? Когда будет готов? Летом, наверное, уже. Ага. Когда забор будем доделывать. Да. Все, что вкапывать, земля ножка. Где, Макс там? Ну, наверное. Идем. Сейчас буквально неделька. Правильно, разогнали всех этих. У нас такой драйв тут будет, поверь мне. Да? Да. Резиновые сапоги готовь. Да. И начну снимать. Сейчас мне интересно. Да. Сейчас вот только у нас плохо начнется. Ну, у нас вообще? Мы бедствие терпеть будем, тут... и они сразу слетятся. У нас, по сути, даже то, что вольера сейчас не убрано, как бы по территории, в общем, порядок. Собаки в хорошем состоянии, ни одной тощи нету собаки, ни больных тоже нету. У нас все хорошо.
Сейчас только поплывем. Ты сюда встань, чтобы не вот это вот снимать. Я говорю, я... Сюда, наоборот. Ты сюда встань, я говорю. Я в таком виде. Сейчас поплывем, и все весело будет у нас. Так это какой бомж? Это рабочая, это одежда. Это нормально. Это... Собаками работаю. Ну, награды видно. Тут за что-то, здесь за что-то. Вот это сегодня Вульф меня кусанул. Тут он в тапе играет, уже почти оторвал рукав. Ну, это нормально. Ты выглядишь как боец Красной Армии в самый худший момент войны. Зато мы потом победили. Да. Ну, так и что? Значит, все нормально. Значит, все идет, как должно быть. Я, знаешь, что я думаю, надо пригласить все-таки помочь вакцинировать трудных собак. Волонтеров? Да. Так обратись. Ну, пожалуйста, девочки, приходите. У нас остались почти 20 животных непривитых. По бешенству. Как раз. Вакцины. Их нужно придерживать. Вы знаете, что собачки проблемные, их не взять в руки. Вот нам громче нам говори. Нам нужна ваша помощь. Вот. А ты же не услышит. Ну так все, я поехал. Все, заезжайте еще. Добро. Закупайте сизины сапогами, болотниками. А, лопаты. Есть, то есть. Неделю, а тут, наверное, есть. Да. На следующей неделе начнется тут трэш. Добро. Лодки резиновые. Ну, хотя нет. Нет. В этом году снега мало, можно без резиновых лодок обойтись. Да, так же Но будет. Но болотники на всякий случай, да. Так же будет. Нет, ничего снега не меньше. Меньше. У нас там еще... Ну, добро. Все, я поехал. Да. Давайте. Ехай. Да. Пока. Ой, 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 ой. Здорово. Все, спишь? Нет? Проснулся? Чего ты волонтеров кусал в прошлый раз, а? Зачем? Александрова укусил. Зачем? А? Чего такой хулиганистый? А? Все, не кусайся больше. Ну, а меня-то за что? Меня за что? Меня за что? А? Потренироваться, да, решил? Не надо мне тренироваться. Вот придут волонтеры, вот будешь радоваться. Давай.